Какое у нас сегодня число? 8 июля 19 года. Вчера крещение было. Это старый пирс. И надо же, тут выдергиваются колья, но они все тонут. И это очень опасно тут с гвоздями, потому что и вообще дети плавают. Отлично. Так, две уже вытащили. Две вытащили. Обмою сейчас кончик. Сейчас еще попробуем. Тут что-то все колышется, может что всплывет еще. Тут, если на проволоках, то плохо, конечно. О, вот еще что-то всплывает. Вроде что-то всплывает. Вот еще что. Вот. А, вытащил все-таки, да? А. Нет, я жму ее. А. Вот гляди, что всплывает. Держи его. Держись за плот и тяни. Тянется? Малой. Ну-ка. Тяжелая. О, крестовина какая-то. Крестовина. Доской. Ого-го-го-го. О, вот оно все дело. Ой-ой-ой-ой. Держи плот. А, ты это делаешь. Вот так плот придерживаешь. А вот, меня, вот меня. Здесь вот это еще. А, тут еще что-то? Вот. Давай. О, поплыл, бревно всплывает, могучее. Ну как мне затонуло? Ничего себе. Но оно затонет, если его. Да. Ого-го, вот это бревнище. Вот это да. Стой, стой, стой. Сейчас я вам помогу, братья. Стойте, стойте, стойте. Сейчас, сейчас. Ого-го-го. Еще дальше, Володь, до конца. Сейчас тут сразу его закатить. Давайте. Мне бы тоже за плот взяться. Так, зачистил все. Так, подожди. Вот так, так. Поперечина у меня лежит плохо. Да. Давай с поперечиной разберись, а. Давай, я держу его. Держи. Ага. Ты можешь ее повывернуть как-нибудь? Она нет, же крутится она, вокруг тут, себя. Тут на три гвоздя прибита. Ага. А ты попробуй ломать его. Как вот так, как ножницы сжимает. Ладно, давай. Давай. Так. Давай. Берись. Раз, два. Сейчас, сейчас, держитесь. Отлично, давай. Ох ты. Накатывай. А тут гвозди, я думаю, что такое? Дима, накатывай, Гвоздь попал. Гвоздь попал, ты понимаешь? Что, расшварал еще, нет? Да нет, слава богу, я просто не смог его. Вон что-то он плавает. Сейчас. Или она. А, да, шит, плавает, плавает. Что там? Шит? Все, ушиб. Заноза, что? Заноза. А, заноза? Вот я об этом и думал, что плот нужен именно. Ну вот мы этими занимаемся. Я сейчас тащу и я тону. Тяжелая очень, длинная какая-то. А выдержит меня? Да, конечно. Она же тяжелая, потому что длинная. Вот. А, она конструкция целая. Да, наверное. Да. Вот еще. Это перила. Перила с этим. Со столбушком. Что-нибудь будет, конечно, отбивать бы их. Там у тебя в машине клауда есть, наверное, привязывай. У меня топорик есть. Нет, там клауда еще лежит. Да, большая. Ну, мы ее не выкладываем. Да, большая это не нужна. Зачем у меня топор? Нет, просто. Небольшая, вот эта, с деревянной ручкой. Хорошая, толстая. Так, давай вот это достанем и уплывем. Он длинный, длинный. Давай тогда вы плывите, я буду придерживать, и все, и это плывем вот туда. Вытащим его. А вот кто будет придерживать, конечно. Дима. Это все вытащим. Зачем мы будем тут копить? И еще раз приплывем. Не зря, короче, пришли. Угу. Доброе дело сделаем. Потому что вряд ли кто этим займется. А ты это толкайся, вот. Нет. Все. Толкайся прям им. Шестом отталкивайся. Нет. Одна. Нет, глубины не хватит. Ну-ка покажи. Она будет слабо. Ну ты. Так это не так толкать. А, ну тогда ладно, тогда держитесь, я вас сейчас повезу. Если я под наклоном вообще. Сейчас тогда я вас повезу. Я только могу направлять. Куда? Куда? Прям на Нестора идти. Да? Ну, на Нестора? Ну давай на Нестор тут. Вообще-то лучше бы там, конечно. Ну, давай сюда. Вот так вот, да, вот. Thank you.
другого дела. Надо это подъебать еще. Вот это возьми коробку. О, вот это да, еще тут что-то повылезло. И вот с этого боку туда греби. Ага, вон башка у меня одна. Я не могу не могу. Так она такая раскоряга. Она, по-моему, что-то цепляет там дно, что ли. Наверно. Может быть. Вот. Ее бы вот отбить, вот ей можно было оттолкнуться хорошенько. Надо ближе к берегу, а тут я смогу уже оттолкнуться. А, ну все, тогда давай сейчас ближе. Ну-ка, попробуй. Потихоньку-то подплываем, что? У нас вон почти до берега как уже торчит. Во! Пошел немножко. Там о, от... поперло дело! Вообще, сейчас может опалка помешать. Направляй, что ты? А нормально прям, все, подплывайте. Нет, тут плохо будет сейчас. Тут плохо будет? Конечно, она вон зацепит сейчас. Тут, да тут, нормально, нормально, пойдет. Тут коряги, в чем дело, как доставать-то будешь? Да. Кусты, кусты. Тогда давайте отталкиваемся. Сейчас, я сейчас направлю. Красивый плот сделал. Да, хороший плот. Сразу чувствуется, что шуруповертом работал. Да, который Игнатий Ильич. Она ездила с ним, запретил шуруповертом. Вчера помучился там с одним. Попались ему саморезом, у него нет ничего. Ага, видишь, тут коряга. Стой, стой, стой. Что-то как-то заворачивается. Ну мы туда подплывем? Да, тут, да, 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 туда. Там, где приблизительно мы все делаем. Там можно ходить хотя бы. Вот с левой стороны. Ничего себе, тут придут питаться, а нету этого старого пирса. Сейчас вот городские понаехали. Да, 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 вытащить. Я тоже сейчас разворачиваю. Надо вот здесь вот старые тоже снять вот эти колышки, они очень опасные, под водой стоят. Ну это можно подплыть сейчас же снять. Вот они торчат, видишь, они, да, да, очень опасно. Кто-нибудь с дуру прыгнет и все, и нарвется у них сразу. Вот один, второй. Вот это познакомили, Дим, тебя с этим. Лягушка, лягушка, лягушка. Смотри, Нестор, покажи лягушку, плывет, стоя на плавании, в воде прямо. Видишь, нет? Вот он, вон, возле столбушка, он к берегу плывет. Это да. Поплыли показать старый пирс. Задействовали в таком деле. Все, можно печать. Все, давай. Так, боком надо. Боком. Сейчас боком, где у нас, вот сейчас вот, вот этим, наверное, боком. Вот так вот, раз, раз. Вот такая веревочка, чтобы держать. Вот. Опа, держи. Все, я уже и хожу. Подержи, пожалуйста, эту веревку. Я хожу. Чуть-чуть еще, ага. Это я вот лишь толкаю вас. Я вижу уже. А ты сейчас заикарись. О, все, и теперь это потихоньку убираю. А все, я держу. Угу. Можно утаскивать эти доски. Так, вот это вот. Немножко отойди, Нестор. Сейчас туда потащим. Надо, чтобы кто-то жердь там брал, и я вот это солдат. Прямо это, потяни он там за жердь потихонечку. Вот так. О! Да-да, она он сейчас пойдет еще оттуда. Смотри. Да, да, да. Тяните, 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 тяните. Тяните, тяните. О-хо-хо, вот она что тормозила. А для чего такая жертва? Да это перила, перила были. Перила были. Сейчас, выбрасывай это. Я держу прям это, отбрасывай. Не, это не надо, это пригодится еще. Да, это сгодится.
Нестор, принеси эту... А, нет. Надо вот эту жерть отбить и хорошо отталкиваться. Да, отталкиваться он. И глубину замерить. Ей вытащить надо только. Ну да, она тяжелая. Нет, зато она не сломается, наверное, да, сырая? Не сломается. Сырая не сломается. Все, ей надо ее отбить. Высохнуть надо. Но ей надо подсохнуть, иначе ты не протянешь ее. Конечно. Вот надо принести нашу жерть, которую мы гальянов вытаскиваем. Так она короткая тоже. Ты че, она короткая. Короче, ну, такая, как твоя. Да даже короче будет. Она просто более мощнее. Выбрасывай его просто вот так и все. Или гвозди тяжелый. Осторожнее, вот тут вообще мелкие гвозди. Осторожно. Да, взял. Вот, осторожнее катится. Бревно. Вы подойдите вот бревно, заберите с двух сторон. Сейчас, сейчас, подожди, только не сбрасывай. Да, не, это, воду не надо. Сначала на берег. Давай, туда бросим. Первый, сейчас, сейчас, Юра пускай придержит. Сейчас. Давай. Да. Да, теперь придется воду, мне с воды сейчас. Вот так, о, пойдет. Все. И вот эту, а, это толкаться жесть, да? Да, это скажешь, вот как просто. Ага, ну ага. Все тогда. Тогда, а, да, где, где вот эту жесть сейчас достать? Давай. И... Это ты достал? Вот эту. О, голубь. Сейчас ее давай достанем. А это, которая где была, где-то вот тут? Вот они, жертвы. Видно, да, их? Да, я их вижу. Стой, стой, у меня же утерся. Да я, никто не едет. Тут жерди есть просто. Да, вот здесь вот жерди. О, да, столбушки, это не жерди. Я сейчас дорусь. Вот, вот тут, да, сейчас, сейчас. Вот, все. Да, ой-ой-ой-ой-ой. Одна. И еще тут есть? Да, да, я потом сейчас расскажу, я вижу ее. Ага, хорошо. Может, еще кому-то слезть? Я вообще, я пытался вообще там. Сев? Вот да, все, да, и там еще вон одна. Эту я не пытался. Нет, там можно там сходить. Ну все, потом придем. Володя, я не могу ничего с ним сделать. Ничего, он забитый там, капитально. Вообще... Пил пилить только под корешок или срубать. Ну давай поехали за теми. Хотя бы теми займемся. Ну да, этот как бы тут. Вот тут еще рядом с ним есть. Надо сюда наоборот еще какой-то воткнуть кол. Да, чтобы, чтобы он торчал. Да. А где? Тут да еще есть. Да, да, да. Вот прямо, вот прямо. Вот, смотри, я показываю. Вот здесь, вот. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Упрешь. Ага, ох ты. Так, ну-ка этот может пойдет. Алексей даже хотел у Симов это, на нем загорать как бы свою роду. Ох ты, тут лежит что-то. Что там, на дне? На дне. Что, этот вылез? Нет, этот не вылез, но рядом с ним вот какой. А, это жерт. Перила, перила. Надо, чтоб... Надо, чтоб этот тогда рядом был. Георгий. Георгий? Георгий? Возьми это. Ты с берега здесь. Тут гвозди. Да, с гвоздями аккуратно тут. Может он потянет, оторвет ее. Хотя она сломается. С берега можно потянуть. Да. Я не могу поднять ее. Она... Ага, и так, знаешь, потихонечку заходи туда. Я и на коротке потяни ее. Может быть она сейчас вторая туда выйдет, прямо на берег. Ты сюда смотри, тут все видно было. И человека видно, и жертву. Куда она сломалась, как ее? Ну хотя бы это, туда же в кучу. Да. Ух ты! Ух ты! Чё, ищу? Ой, чё, криво ошибка. Ух ты, ещё что-то есть. Ой-ой-ой. Тут... Вот это, которое торчит, одну какую-то не надо убирать, чтобы это метка была, что тут ещё что-то есть. Пусть она торчит, как напоминание, что здесь что-то есть. Тянется кол. Ну и пусть он это, так. Ну напоминание, он просто вытянется. Пусть он так торчит. Раз там подводный есть, чтоб метка была, то осторожно надо. Все, можно вытягивать его. Сейчас тут еще что-то. Вот. Какой-то настил тут есть? Не, мы коврики стелили.
А что тут за досок куча? Ну, может быть, что-то и было, я не помню сейчас. Ой-ой, тут много досок. Ну, значит, что-то стоит. Целый настил. Вода-то поднялась. Она же вот где-то нет. Ну, поднялась где-то на метр больше. Так, вот он. Дай какой-нибудь такой, какой-нибудь длинный такой прямой, дай я сейчас прям тут воткну, чтобы не плыл никто сюда. О, вот это хороший, ага. Замечательный. Утонул. Вот еще. Это может это попробуем туда поплывем туда. Да? Туда. Начнем там, хотя бы сверху как хорошо. Да, тут. Давай. Оп. Ну что, брат, мы туда же поплывем. Да, да, я сейчас это. Я сейчас воткну вот этот вот здесь. Брат, гляди. Воткну. Ага. Чтобы напоминало. Сейчас я вас подтолкну еще, кстати. Только не сильно. Чтобы вас... Стой. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты! Прям пузом. Что там, натолкнулся? Ну, прям напоролся. Ну, хорошо, что нету это здесь. О, это поднимается. Слушай. Ага. Этот идет. Прям на него же нарвался, и он идет. Чем-то еще. Нет. Зря вы уехали. Да? Ну, конечно. А че? Ну, поддержаться мне, чтобы дрануться за что-то. Я же не могу сам себя поднимать, как Барон Мюнхгаузен. Самое главное, я на цыпочках стою в воде. Сейчас. Все, плывем. Нормально даже. Подворачиваем. Сейчас я зацеплюсь за плот и, я думаю, вытяну его. Он потому что ходит прям ходуном, прям по кругу. Еще тут что-то с ним ходит. Сейчас я сейчас это вытащу. Что ходит? Вот что ходит. Вот, сейчас, подожди. Вот. Вот оно. Во! Да. Все, это с того края. Держи. Все уже, да? Вот, сейчас. Этим толкаться. Что-то задевает здесь тоже. Так, теперь я держусь. Да что так? Этим не потолкаешься особо. Он сорвает. Надо веревку убрать. Подержите меня, а? Держи. За руку подержите меня. Да, положи. За руку подержи, я сейчас дерну. Как бы плот, нормально все? Нет, там нормально. Выдернул. Я держу. Выдернул, все, да, держи. Отлично, да. Потому что я держу. Да. Я нарвался. И тут еще что-то есть, я ударился. Вот этой штукой. Когда вытаскивал, она тут бумкнула про что-то, об что-то. Может, об эту бумкнула. Ну все, теперь это можно туда подплыть и выбросить. Чтобы нам, там же придется брать много. Вот он. Вот, я же говорю, бумкнул вообще об что-то. Нет, я это все-таки его оставлю. Ой-ой-ой. Зато я не буду. Этот сильно сидит. Этот сильно, вот. Я им буду оттолкнуть. Еще есть какой-то маленький, вот чтобы это, тут здесь тоже это поставить метку. А? Маленький. Еще такой же вот есть приблизительно. Тут с гвоздиком. На, вот этот возьми. А, давай. Я это все-таки большой сейчас возьму. О, как раз его хватает сюда. Все, дядь Володь, выключать? Надо чем-то подбить его. Ну пока выключи, потом еще включишь, когда можно. Это подожди, сейчас вот этим подобьем, чтобы это, чтобы кто-то не напоролся. Потому что его найти вообще сложно. Он на такой чуть бы как глубине бы.